Праздник праздником, но о безопасности забывать не стоит. Поэтому в завершении выпуска предупреждение от экстренных служб. Гидрометеоцентр информирует, что с 29 по 31 декабря в горах Карачаево-Черкесии выше 1500 метров сохраняется лавиноопасность. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах, на автомобильных и канатных дорогах, линиях связи и электропередач. Травматизмом туристов вне горнолыжных трасс и спортсменам в районах схода снежных лавин.